Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то я вышел в топ 10. Думаю, завтра поднимемся в топ 5, возможно, и выше. На тайванском севере, в принципе, тут иду топ 1. Недалеко, думаю, за недельку я туда поем, потому что очень много времени забирает, очень много героев. Надо качать, перекачивать, поэтому немножко по времени не влаживаемся. Вот такой вот у нас сегодня рынок. Что самое интересное, восьмые путикахи, я их забрал, восьмой бег тоже забрал, комплектовал аккаунт и ушку восьмую, наконец-то я уже сделаю. Ну и девятые скиллы будем опять качать. Так, что у нас сегодня интересного еще есть? Есть вот такая вот акция на трату. В нее мы чуть-чуть позже поиграем. Поехали, заберем плюшки и пооткрываем все, что там у нас есть на рынке. Ну, вот так вот. В принципе, неплохо. Так, смотрим, что у нас есть. Хрустальный, я вам уже его показывал. Распродажа. В нее я тоже поиграю. Так, это бонусация идет, это плюшки за большой пак. У нас на русском, к сожалению, нету. Сегодня я тут достал восьмую огненку. Так, смотрим, что тут у нас на покупку. Так, вот это что-то поменялось у нас, сейчас посмотрим. В общем, как обычно, на китайке топовые акции, как для доната, так и для без доната. Так, покер. Окей, давайте откроем карты. В принципе, тут это все быстро будет. Так, 10 король. Попробуем собрать. Отлично. Видите, как быстренько собрали. Так, поехали следующую. Сейчас посмотрим, какие там у нас плюшки. Будем не так просто собрать. 8-9. Так. Пятерочка. Кстати, офигенно дают питомцев. Правда, дают редких. Хотелось бы обычных еще добить до максимума. Так, четверочка. Надеюсь, уже завтра заберу. Экран для микрофона и меньше будет фона у вас. Потому что у меня очень много стекла вокруг. Три монитора плюс два системника, они дают вибрацию. Так, пятерка. Ну, 6 или 4 даст или не даст? Наверное, скорее всего, не даст. Нифига себе, вот это да. Вот это, ребята, да. Сейчас наберем топовых плюшек. Да ладно, еще здесь, если выпадет, это мега удача будет. И не дал. Так, хорошо, с покером мы решили, поехали дальше, посмотрим, что тут еще есть у нас. Так, это за покупку, по-моему. А давайте, кстати, эти плюшки заберем сразу. Вот питомцы, то, о чем я и говорил. Вольтик, это вольтика, скорее всего, с сундука дали осколки. Питомцы редкие. Вторые сумки тоже, в принципе, неплохо. Так, а тут осколки нам дают. Посмотрим, что у нас будет сегодня по осколкам.
что-то у нас осталось еще 3 акции. Даже 2, наверное, ну. Плохника даже 10 дали, нифига себе. Щедрая. Так, смотрим, что тут за акция. Ну и там, походу, еще один магазин. Так, это на смену. Так, забираем плюшечку за третий день. Сейчас посмотрим, что там нам прилетит. Ну, вроде все. Так, это акция распродажа. Так, окей, поехали. Теперь плюшечки пооткрываем. И я буду дальше качать уже аккаунт до 520 тысяч, чтобы получить новый титул. Такс, поехали. Смотрим, что там у нас такого интересного есть. Сундуки. Или все правильно? А, да, это обычный. Ну, что за фигня разделяет? А, так, с коробочки нам смысла трогать сейчас нету. Чары у нас на героях выставлены. Вот так, поехали дальше, дальше, дальше. Там нужно сразу же продать. Так вот сделаем, так удобнее будет. Так, первые сундучки. Обычно отсюда нужны запяжки. Ну, рунки тоже, в принципе, не помешают. Мне много героев надо будет перекачать. Ой, отлично, запяшек у нас нападало. То, что надо. Так, книжечки 30, 40, 80. Что по запяшкам? 900, 1500, 1800, ну, почти 4 ляма, неплохо. Коробочки, ну, довольно-таки неплохо. Так, ну, с этих падают синие кристаллы. В принципе, с этого сундука мне ничего не надо. Но их надо тоже открывать, поехали. Так, 300, 300, грубая. Неплохо. Еще две грубых. В любом случае, плюшки хорошие. Так, что там у нас еще? Вот третья. Поехали, let's go. Еще плюс один камешек, отлично. Ну и далее выживание. Выживание, честно говоря, такое себе. Так, эмблемки поехали. 9 эмблемок у нас есть. Железная воля. Неплохо, остальное такое себе. Это у меня такое себе. Для вас то, конечно, это крутые игрушки. Но для меня это уже ни о чем. Так. Тем более 8 эмблемы продают, по сути, уже за копейки здесь. Так, использовать. Давай, знаете, что у нас? Психощит. Супер. Отлично. Так, ну а тут у нас дали просто кристалл. Ну, поехали, откроем эти плюшки. Так, шестые эмблемки. Интересного воодушевления. Пакт. Исцеление. Два исцеления. Грубая. Ну, грубая, в принципе, так себе падает. Ну, тоже неплохо. Так, ну это надо открыть. Вот так вот, ребят, по чуть-чуть качаемся уже в топ. Пока топ-10, но, наверное, уже выше, хотя, может, и нет. Сейчас посмотрим. На начало суток я не перезаходил. Так, сейчас гляну. 515, ну да, пока топ-10. Ближайший там. Медленно здесь силу качают, в принципе.
10 косил и качнуть, и выйдем в топ-3. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Еженедельный конкурс так и идет. Всем удачи, всем пока.